«Соберем ребенка в школу» – благотворительная акция с таким названием проходит сейчас на Кубани. В преддверии нового учебного года стартовала акция «Соберем ребенка к школе». Это краевая благотворительная акция, которая проходит каждый год у нас. В этом году она стартовала со 2 августа по 27 августа. Смысл этой акции состоит в том, чтобы собрать канцелярию, портфели, школьные принадлежности деткам, состоящим на учете семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и многодетным семьям. К участию в акции приглашаются общественные объединения, коммерческие организации и предприниматели. Депутаты Северского района Денис Бирюков и Диана Горохова также не остались в стороне и откликнулись на просьбу организаторов. Для деток, чтобы получали знания, чтобы развивались и чтобы им всегда всю жизнь хватало. Спасибо. Самое главное, чтобы они учились на пятерке, оправдали надежды. Оказать посильную помощь может любой желающий. Обратиться нужно в Северский комплексный центр социального обслуживания. Просьба всех неравнодушных жителей района принять участие в нашей акции. Вы можете обратиться по адресу Северская, улица Партизанская, 2, 3 этаж, центр социального обслуживания населения. Принимаем канцелярию, портфели, школьные принадлежности. Акция «Соберем ребенка в школу» проводится в крае с 2015 года. За это время ее участники помогли подготовиться к новому учебному году тысячам детей.